вечера, сэр. Что вам угодно, сэр? Поговорить. Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Я расследую дело мастера оригами. У меня есть пара вопросов. Мой сын уже мертв, мистер Шелби. Мне нечего добавить. Я тоже терял близких. Я вас понимаю. Тогда вы поймете, почему я не хочу говорить об этом. Убийца похитил еще одну жертву. Такого же мальчика. Как ваш сын Реза. У нас 4 дня, прежде чем еще одно тело найдут на пустыре. Никто не беспокоился о моем сыне. Я прошу вас, уходите, сэр. О, а у вас есть винтолин? Заодно уж. Хоть, по крайней мере, с пустыми руками не уйду. Идите до конца и направо. Спасибо. Добрый вечер, сэр. Я могу вам чем-нибудь и помочь? Гони сюда выручку. И не смей рыпаться. Открывай кассу, ублюдок. Бабло на прилавок. Черт, ты че, оглох? А ну, открывай гребаную кассу, живо! Нет, сэр. Вы не вправе лишать меня этих денег. Заработанных честным трудом. Я не отдам их. Ты что сказал? Ты вообще охренел, козел? Ты не догоняешь? Сейчас получишь чертову пулю промеж глаз, если будешь борзеть! Ну! Я не позволю себя ограбить. Не оборачивайся. Эти деньги не мои. Оборачивайся. Вам лучше уйти, пока не поздно. Черт! Сраную! Тысяча благодарностей. Не знаю, что случилось бы, не будь вас здесь. Хоть не зря время потратил. До свидания. Когда мой сын Реза пропал, мне пришло письмо с багажной квитанцией. В ячейке лежала коробка. Я не понял, что это значит. Но думаю, что это было послание от того, кто лишил меня сына. Можно? Прошу, возьмите коробку, раз это может вам как-то помочь. Я не сумел спасти Резу. Но, может, вы сможете спасти другого мальчика? Мистер Шелби, я было поверил, что в этом мире ни от кого нельзя ждать добра. Теперь вижу, что ошибался.